Итак, всем привет! Сегодня, 19 октября, на сервера консольной версии Warface было установлено событие на предстоящий Хэллоуин под рабочим названием Киберхейм. На ПК это же событие называется «Нулевой пациент». Всем приятного просмотра, приятного аппетита, если вы кушаете. Погнали! В магазин игры добавлено оружие серии «Каратель» на каждый класс, плюс саперная лопатка из этой же серии. Пушки отличаются повышенным боезапасом и уроном по зомби, что весьма пригодится в борьбе с нежитью. Ну и тюнинговка модами будет весьма кстати. Само событие продлится 20 дней. В магазине события за соответствующую валюту доступны награды в виде камуфляжей серии «Хильхейм», трех ачивок «Брелока». А теперь внимание! И вишенка на торте – адреналиновый шприц для класса «Штурмовик» всего лишь за 700 монет события. А какого хрена? Главную награду в виде газовой гранаты поменяли в самый последний момент. В принципе, я ничему не удивляюсь. Валюту события, как и в предыдущих событиях, можно копить, выполняя различные контракты и участвуя в самом PvP-событии. Мажора, соответственно, могут просто задонатить и не париться с фармом монет. Оружие серии «Рагнарёк» доступно, как ранее уже упоминала за карточки. 1200 карт необходимо собрать для нужной тебе пушки, ну, например, ПКМ «Зенит». Монтировку, кстати, не завезли. Добавили в кои-то веки магазин рейтинговых матчей, где можно приобрести снаряжение «Варяг» на каждый класс, коробки с золотыми кобальтами, брелоки и прочий хлам. Контракты для рейтинговых матчей пока что отсутствуют. На этом у меня все. С вами была Ольга, для подписчиков «Злая зайка». Желаю вам приятной игры и хорошего настроения. Пока-пока.